Мне кажется, такие форумы нужны, потому что здесь люди высказываются довольно откровенно, что не всегда бывает на форумах российско-европейских. А как раз вот два бренда, Гайдар и Науман, они способствуют тому, чтобы люди говорили откровенно, остро, дискуссионно. Но это залог того, что мы дальше будем думать. И все-таки, я надеюсь, какие-то решения общие можем найти и предложить. И надо продолжать.